Чуть более 11 месяцев остается до завершения программы социальной газификации, объявленной федеральными властями. Напомним, что речь идет о подведении трубы с голубым топливом непосредственно до границы земельного участка. Между тем, в этом процессе есть ряд особенностей, отмечает в Росреестре. Программа социальной газификации позволяет бесплатно подводить газ к земельным участкам граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы, которые находятся в границах населенных пунктов, где уже есть голубое топливо. Но при этом надо учитывать ряд моментов. Бесплатно газифицироваться смогут только те граждане, земельные участки и объекты капитального строительства, которых зарегистрированы в собственности. Если же этого нет, то ситуацию легко исправить, обратившись в Росреестр. Подать документы можно в офисах МФЦ или онлайн с помощью личного кабинета на сайте этого ведомства. К слову говоря, узнать вообще, оформлены ли права на участок, можно не выходя из дома. Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, на портале государственных услуг. Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта». Главное, привезите в МФЦ, не забыть паспорт и правоустанавливающий документ. При этом пошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31 января 1998 года, не взимается.